в Локи также играем, ухо Махло даже иногда снимает, да? Я и спрашиваю, вообще есть ли смысл снимать уху, когда дамаг такой же в точности проходит по персонажам? Сказали мне лично, те же садибийцы, что кота вообще бессмысленно снимать даже уху. А кто сказал-то? Ты лучше бы это уточнил у Верелла там, или у меня. Оружие надо снимать. Как бы в курсе, что с кота это не до хера урона отнимет, но в любом случае проще будет. Ты как бы с одной тычки, вот как ты сейчас коника убил, так не убьешь уже. Вот, ну, коника флага, просто с одной если... тычки сложил. Флага, даже если верить по части контроля. Коника просто ладно. Да не в этом плане, ребята, тут полгильдии не соблюдает даже. Не могут нормально законтролить, допустим, раз. Не могут КДшки снять до начала контроля. Вообще никто не снимает. Так, крутилки не включают, допустим. У рогов постоянно кош, и включает тот же ход, который не законтролен. В чем проблема? У друзок не закрыть контролем того, что кота. Я тебе скажу, в чем проблема была, допустим, контролить кота. Надо отдавать КДшки. У меня про тебе прошла невосприимчивость. Я пыталась дать тебе ветерки и не справилась с этим. Так что ты говоришь про отдавать КДшки и сам отъезжал. Ну, у нас была сова в рейде. В итоге. Сову я слепнул в эрдро. У нас два эрдро, которых приоритетнее все-таки похилит рейд. Пушка справа у нас есть. Ну, резисты коника, что вы сделали? А там заморозка меня выбрасывает из пушки, прям на ракеты я падаю. Прикольно. Коник опять кот убил. Оружейник вообще вы. Очень интересно. Кстати, раньше, по-моему, бессмертие ты пошел на корабль, сейчас что-то. Правильно сделал. Монород, а ты берешь рюкзак, когда сидишь в пушке? Я тоже так делаю. Чисто, модно, красиво. Там купал, там воет, держит, слышите, нет? Улетайте с корабля. БР есть у кого, нет? Надо скинуть стак, улетайте с корабля. БР уйдет она. Народ, БР есть? Подними Элбрила. Да, она. Зачем вайп? Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Толка алкнули, что поделаешь? Кстати, это была что-то дохуя, кто пиздит, что алкнули. ХП только у боссов, по-моему. Душейники, огонь! ХП боссов и за порт для прыгнуть. Душейники, корабля. Охота, сержанты, бой!
народ, у нас бунер. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Коник, у меня такая же хуйня, как у тебя, только я блинканулся на тот корабль. А у меня нет блинка. Так, что, улетайте меня назад? Я не улечу уже. Не застегнули. Ладно, инвиз. Нет, не про канала. Улетай его пока еще. Умри уже как герой, что-то. Я на топор въебал. Так и не пропадаю. Как ты смеешь? Корабль под обстрелом! Заклинание! Ушейники! Огонь! Я как не через текстуры тут пролезу. Ушейники! Огонь! Это выделся? Вот и выйдет. А я живой. Хитрожопый. Ребятушки, как дела? Пехота, сержанты, ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Хорошо. Как сказал мой корабль, но я повержен. Вперёд! А чё, в левой пушке никто не решил не сидеть, да, видимо? Я там сидел пару-тройку раз. Пиздец, ребята, это просто... Вот и я сейчас последние пару раз там посидел. Как там Сантей говорит? Лучший рейд моей жизни или что-то типа того? Ну, кстати, зря в полете резаете. А, мы теперь с резистом находимся около... сопла этого корабля. Так аж скажи, шо? Блядь, что происходит? Так сказать, как у моей бывшей. Сопла? Или ты о чём? Я там в Дискорде скинул. Ты меня на корабле резнул, Кир. Редвар, у тебя есть, что ли, Аня? Да, и давно есть, что ли, давно еще. Я помню, поезд падал и все. Ну что у нас в хилах остается? Элбрил, Розария и Настя. Шторм, Женуэн в ДД. А нахера мне кулак? Не знаю. По петам проходит, когда мага бафует. А каску можно? Каску, лапу, пристабаф. Потому что маги это теты. Маги это теты чернокнижников. Дайте кулак.
А можно я Байрона печеньку возьму? Возьми. Да, ассист. Монород Даут, это есть статы. Кикай, Карухара. Он лагает, походу, не понимаю. А нет. Замену кто хочет на этого босса? Из меликов. Ладно, Локи, хорошо. Да хорош, что он демон Лок, какой замена? А, все. А, демон, замена, все, не пущу. Не ДПС померить надо. Так, ладно, любой ДД с первых четырех групп, кроме Локи. Так а чё, может хила, может кто-то из хилов хочет послакать? Нам же так хилить не надо. Мне лут нужен. Он Жужина отправляет. Да, кикай Жужина. Жена на этого босса уступишь. Тебе все равно тут ничего не надо. Женоин, ты слышишь меня, нет? Вон портал сзади тебя. Смотрит на него, как на новые ворота. Женоин, ты в Дискорде, плюс-минус чат. Кирс уже ушел. Да я вижу. Женоин. Отлично. Все, Кирс уступил суманить Байера. Чем мы будем возвращать Кирса, судя по всему? Почему? Я доступа нет. Я спросила, есть доступ? Что за дела? Ладно. Короче, кика этого дебила. Кирс, Жунуэн, вернитесь в рейд. Сумо ни одного, сумо ни второго дебила. Феноменальные байеры просто. Я спросила. Он, наверное, думал, в обычку, типа, его зовут. Я пишу в ЦЛК ХМ доступ есть? Он мог подумал, типа, ЦЛК ХМ, ну, типа, ты такая, хм, в ЦЛК пойдешь? Нелик, стыкни еще рыбу. Ему сделают доступ. Я спрашиваю, чувак, у тебя есть доступ в ЦЛК ХМ? Говорит, ну да. А чё ты хмыкаешь, да? Есть доступ, чё ты хмыкаешь? Да, только штука выносила. Не, а я сейчас спрашиваю, я ему пишу, нельзя применить к цели, значит, ну, ты уверен, что у тебя доступ есть? Ну, я в ЦЛК ходить могу, в смысле, а чё такое? Напиши, там несколько уровней сложности есть трейда, ты точно его все можешь? Есть у кого-нибудь совет, сайт, на котором можно IQ проверить? Блять, я там тест не прошел, какие-то лестницы не нашел. Блять. Я могу доказать, что я не робот. Ты могущественный. Походу, я могу. Ты можешь представить. Понятно. Ссылка. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плена имя короля Лича? Слуги мои!
бьет он тебя. Так. Через ее не поломали, она хорошо должна делить урон теперь. Подобает. В Награнде рядом с матерью и предками. Помните о чести героя. Блять, что за хуйня? Почему разные цифры? Вот Alt 4 скинул, у него одни цифры, у меня другие. Так у меня тоже скада, причем вот у первой позиции, допустим, у Монорота и у меня, и у него совпадают. А допустим, у него 27700 показываю, Делорус, а у меня 25600, блядь. Вот это да! Телепорт работает! Неликс тоже у меня меньше, Кирсгорн тоже меньше, какая-то хуйня. Мне нормально показывает, такие как у него. У тебя, может, скорее пау после боя там же. Да, возможно, у тебя просто комбат после боя остался, и он падла. Он только стоп. Конника там только накруткой своей бы обогнал. Так в смысле, если типа по многим целям бьешь, то там по всем же уменьшен урон, то есть по сурфангу тоже. Ребятушки, вопрос на миллион. У нас багруха кому-то нужна? Моему паладину. А еще? Все. Врост сразу исчерпан. Мгновенный урон от алого вихря на 6-м месте, а дотки на 2-м. Понимаю, о чем. Господи, я не стоячу, я тебе вообще обгоню. Рафа, посмотрим. Ну,
быть по кругам ходить. Вечно. Ловушка впереди, осторожно, не идите пока что. Поймайте танки. Дурачка струк. Дали, пройдет. Так и не резно, но так и не подожди. Конечно, сухо. Проще не резко, не прохилили, конечно. Дайте баф, кулак, лап. Дайте, ничего, он опять сдохнет. Тратарев. Какого коня не прокормить, не прохилить? Ты еще скажи, не в коня корм, да? Не в коня бафы. А пулчик? Эдуар? Настя? Эти лапы. Лапы, пожалуйста. Thank you.
на кости. Как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Использовать эту способность. Альтер 4, можешь скинуть с этого босса, пожалуйста, ДПС? Ну, сейчас. Вот, блять, опять у меня ниже, ёбань какая-то. Тебе справится эта херня? Нужно подойти поближе. Что, у тебя версия устарела? Может быть. А войдешь, йод? А, йод. Да-да-да. Thank you.
починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Да я поэт! Потрясающе! А чё, правда, может, профайл где-нибудь сразу-то нет? Не, потом.